Всем привет! Купил такой магнитофон. На Украине делали. В Киеве, по-моему, делали, и в Запорожье модели. Вот это я не знаю, это, наверное, киевская модель. Тут говорят, тут кассета нарисована, как бы. А на другой модели птичка была нарисована. Но, в принципе, так они ничем не отличались. Ну, конечно, магнитофон такой подубитый. Тут кассетоприемник не закрывается, не держится, короче. Нужно его, ну такой весь как бы засранный. Надо его полностью. Тут смотрю, винтов не хватает тоже. Его уже разбирали, походу, что тут делали, не знаю. Поролон весь спрел уже оторвал сегодня. В одном батарейном отсеке какие-то провода непонятные. Не знаю, что с ними тут чудят. То ли подключают напрямую, не знают, как подсоединить. Батарейкам подключают. Вот. Ну, такой, в общем, надо разбирать. Делать весь. Не знаю, даже головка тут родная, не родная стоит, как бы. Так-то не видно. Говорят, японская головка здесь стоит, если родная. Не, наверное, все-таки не родная стоит. Вот. Японская, вроде, она такая короткая, там, на других магнитофонах смотрю. Ну, вроде, да, может, и короткая. Вот, надо будет все его вычищать весь, смазать. Хочу его как бы восстановить полностью. Эти проваливаются он полностью. Как бы поролон тоже весь сгнил. Туда прям уходит, нажимаешь. Это самое, что тут? Клавиша вылетает, перемотки. Он вылетает, короче. Надо будет все протру, промою, короче, весь. Потом это самое приклею. Какой-нибудь такой клей подберу, чтобы можно было еще разобрать. В общем, в этом магнитофоне очень хвалят динамики, широкополосники, 5GDX4, очень чувствительные динамики, хорошие. Ну, в общем, все буду смотреть, протирать, сейчас разберу его, понесу его на мойку, вот. Платы все там что протру, где. В общем, такой магнитофон, убитый весь, шнура еще не было. Сетевого шнура. Вот боюсь его включать, посмотреть там, что внутри. Завтра еще куплю шнур сетевой. Ну, в принципе, шнур не проблема. Такой выход на него обычный, такой двойной. Вот тут стоит еще рядом предохранитель. Стоит, так выкручивается, вынимается. Не буду, а то выскочит одной рукой, неудобно. Вот. И такой обычный сетевой шнур. Все это продается как в магазинах. Так что пойду сейчас разбирать. Все, всем пока.